Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку. Данную шапочку я вязала на мальчика в зависимости от выбранного цвета и того, как вы украсите какой-нибудь брошечкой, можно связать и на девочку. Здесь я использовала при вязании резиночку 1х1 и оформляла платочной вязкой чередование со жгутиками. Узор достаточно простой в выполнении. Я уже многое количество связала шапочек детских на своем канале с двойными ушками, поэтому сегодня я вам покажу очередной, скажем, мастер-класс, где я вязала шапочку вот с таким узорчиком. Вязала я на мальчика 3 годика, соответственно, обхват головы 50 сантиметров, возможно, даже на размер побольше. То есть пряжа достаточно стрейчевая, то подойдет, если вы будете вязать из данной пряжи, подойдет и на размер побольше. Как вы видите, я сейчас нахожусь также в процессе вязания снуда под данную шапочку. Это обычная платочная вязка, которую я использовала в промежуточках между жгутиками. Набрала нужную окружность мне. Я вязала с окружностью запасом на капюшончик одевать. Вот, и, соответственно, повыше, чтобы потом при одевании на шею не нужно было отворачивать, скажем, делать 2 оборота восьмерочкой, а просто одеть как трубу. И затем ребеночку будет комфортно, тепло, закрытое горлышко. И при этом каждый раз не нужно родителю будет перекручивать, в общем, вот эту восьмерочку. Я еще пока его не довязала, я нахожусь в процессе вязания. И, как вы видите, получается небольшой шовчик при переходе с лицевых петель на изнаночную, скажем, на смещение рядочков. Это единственный минус этой платочной вязки в данном случае. Но, в принципе, как и любой снуд, имеет, скажем, шовчик, который можно одеть просто за капюшончик, и его не будет видно. Конечно же, кому понравилась шапочка, присоединяйтесь. Можно украсить данную шапочку меховым помпончиком, как это вы видите у меня. Можно сделать помпончик из пряжи, которой будете вязать. Как сделать из пряжи данный помпончик, я оставлю ссылочку ниже под этим видео. Конечно же, заходите, сделайте помпончик для тех, кто хочет из пряжи. И, конечно же, не забудьте лайкнуть. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать испанскую пряжу фирмы Valencia. Серия называется Del Mar. В 100 граммах 130 метров. В состав входит 14% новозеландской шерсти, 8% альпаки, 4% шелка и 74% акрила. Пряжа достаточно мягкая. Отлично подойдет для вязания детских аксессуаров. И что самое основное, она не колется и не ворсистая. Очень гладкая, вот благодаря шелку немножечко блестит. Данную пряжу я приобрела в интернет-магазине «Кудесница». Ссылочку на интернет-магазин я оставлю ниже под этим видео. Также нам понадобится 2 номера спиц. Можете использовать чулочные, либо же круговые на тросики. Мне использовать чулочные удобно, но при этом вязание не будет абсолютно ничем отличаться. Это номер 3,5 для вязания резиночки и номер 4,5 для основного узора. Также нам понадобится крючок, ножнички, спица для перекрещивание жгутиков или кос. Также можете ее заменить на одну из спиц, с которыми будете вязать резиночку изначальную, то есть одну из набора чулочных спиц, либо же просто любую подобную спицу. Также нам понадобится маркер либо булавочка для того, чтобы отметить начало ряда. Вам удобнее так будет вязать, если вы будете знать, где начало конец ряда. И также возьмите сантиметр либо линеечку для того, чтобы измерять ваше изделие. Для начала нам нужно набрать количество петель для окружности головы нужной вам кратное 11. То есть сейчас я наберу для данного размера, исходя из ранее связанных образцов своим узором, 88 петель. Начальные 2 петли я набираю на одну спицу, для того, чтобы они не были растянуты. И затем приставляю вторую и продолжаю делать набор петель. Также нам нужно одну петлю добрать лишнюю, для того, чтобы замкнуть наше вязание в круг. И эта петелечка сократится. Затем останется изначальное количество петель в данном случае у меня это 88. Также для удобства я вяжу на чулочных спицах, поэтому буду набирать на 2 пары спиц. Общее количество петель поделю пополам. Затем и эту половиночку поделю еще пополам. И таким образом у меня получится на 4 спицах общее количество петель, которое я наберу. Я набрала нужное количество петель, а теперь каждую спицу делю приблизительно пополам, пока я не пересчитываю количество петелечек и поворачиваю той стороной, где у нас
наборочная вот такая вот косичка, сторона зубчиками. Я хочу, чтобы эта сторона ушла у меня на отворот, на внутреннюю сторону, поэтому кладу вот этой некрасивой с моей стороны, скажем, стороной зубчиками наверх. И теперь делю каждую спицу пополам. Вот так вот. Главное, чтобы вот эти две начальные первые петельки, если вы набирали, как и я, на одну спицу, не спустились у вас с работы. И точно так же при замыкании в круг очень важный момент хочу заострить, чтобы была не перекрученная наборочная косичка, чтобы у вас вязание не пошло восьмерочкой и не пришлось переделывать. Теперь беру вот таким вот образом, распределяю спицы, на них петельки, не перекрученные, обратите внимание, зубчиками кверху. На правой спице у вас начальные две набранные петельки, на левой спице вот она последняя набранная петля, которая должна у нас сократиться при замыкании вязания в круг. Теперь берем, подтягиваем эти петельки к краю спиц и переносим первую набранную петлю к последней, вот так. Далее эту последнюю набранную петлю перекидываем на первую и первую возвращаем ко второй. То есть у нас вот эта лишняя петля оказалась между первой и второй набранной петлей. Далее я затягиваю хвостик рабочей нити и коротенькой наборочной косички краешек в разные стороны. Вот так затянули. И теперь при вязании первого ряда я несколько первых петелек ряда при распределении петель на резиночку провяжу вместе двумя ниточками. Таким образом у нас, скажем, спрячется краешек, хвостик вот этой наборочной ниточки. И его потом не придется дальше, скажем, прятать. Конечно же, для прочей надежности при носке его бы желательно закрепить, но тогда вы потом уже посмотрите, насколько у вас, скажем, скользкая ниточка, либо же насколько вы неплотно ее закрепили. И теперь при вязании первого ряда мы просто начинаем формировать резиночку. У меня эта резиночка 1 на 1. Если хотите, можете сформировать резиночку 2 на 2. Но тогда у вас число, общее количество петелек должно быть кратное еще и 4. И теперь начинаем набирать вот так вот петельки. Первая лицевая, далее вторая изнаночная, снова третья лицевая, четвертая изнаночная, пятая лицевая, шестая изнаночная. Все, я захватила вот этот краешек ниточки, теперь я его бросаю и продолжаю вязать лишь только рабочей нитью, чередуя то лицевая петля, то изнаночная. И также для того, чтобы у нас при вязании на чулочных спицах не было разделительных полосочек, то я буду вязать каждую спицу, начиная с лицевой петли, заканчивать каждую спицу на изнаночную петельку. И тогда у нас получится красивое, скажем, красивое непрерывное вязание резиночки 1 на 1. Провязав первую спицу резиночкой распределения лицевая, изнаночная, перехожу на вторую, третью и четвертую. И вот так вот до конца ряда. Далее между первой и четвертой спицей я рекомендую вам повесить маркер либо булавочку для того, чтобы вы видели, где начало и конец ряда. У меня будет служить маркером вот эта булавочка, и я довязала до конца первого ряда. Для того, чтобы при отвороте у нас была красивая и равномерная провязанная резиночка, то я рекомендую вам изнаночные петли моментов провязывания второго ряда на протяжении провязывания всех рядочков вязать за дальние стеночки. То есть лицевые над лицевыми мы вяжем за ближайшие стеночки, а изнаночные над изнаночными за вот эти дальние стеночки. Сейчас, так как у нас в двойную ниточку связаны первые петельки, будет достаточно тяжело провязать их, но вы постарайтесь. Лицевые вяжем над лицевыми, изнаночные над изнаночными, но изнаночные провязываем за дальние стеночки. И тогда при отвороте у нас получатся красивые лицевые косички на резиночке. То есть как с лицевой стороны, так и с внутренней стороны будет выглядеть косичка наша одинаково. Сейчас этого пока не заметно, но провязав несколько рядочков, вы увидите, насколько красивая и ровная получается косичка. И дальше довязываем до конца второго ряда лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными по уже сформированным петелькам первого ряда. И дальше в дальнейшем мы продолжим вязать такой же резиночкой ширину отворота. Я люблю ширину пошире, то есть я ее буду вязать где-то 6-7 сантиметров. И затем будем делать красивый отворотик резиночки и переход на, скажем, уже провязывание основного узора.
Я связала 6 сантиметров резиночки 1 на 1, и у меня вместилось 16 рядочков. Теперь сейчас, связав ширину отворота, нам нужно сдвинуть рисуночек на одну петлю влево, для того, чтобы у нас получился четкий отворотик и получилась линия изгиба на линии отворота. Для этого мы сейчас над лицевой первой петлей вяжем изнаночную петлю. Над изнаночной вяжем лицевую петлю за дальнюю стеночку. И так и продолжаем чередовать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вместо лицевой изнаночной мы сейчас в шахматном порядке вяжем изнаночная, лицевая до конца ряда. И затем так и продолжим по рисунку чередовать изнаночная, лицевая на высоту вот этой, скажем, линии нашей отворота ширины минус 2 сантиметра. То есть сейчас у меня связано 16 рядочков. Я где-то свяжу 10 рядочков. То есть первый ряд смещения мы сейчас делаем изнаночная, лицевая в шахматном порядке по соотношению к предыдущей связанной ширине резиночки. А затем еще продолжу 9 рядочков вязать по рисунку, которому сформирую сейчас. То есть над лицевой буду вязать лицевую, над изнаночной буду вязать изнаночную. И также продолжать изнаночную вязать за дальнюю стеночку, для того, чтобы получилась красивая наша резиночка. То есть сейчас сформировываем первый ряд и дальше довязываем еще 9 рядочков, если у вас приблизительная плотность вязания моей. Либо же просто минус 2 сантиметра от общей ширины желаемой резиночки, которую вы связали изначально. Связали вторую часть отворота и теперь переходим на основной узор. Для этого берем спицы размером побольше и начинаем вязать первый ряд. В первом ряду мы с вами будем делать параллельно вывязывание распределения узора, добавлять петельки. Раппорт нашего основного узора составляет 12 петель. У нас количество петель кратное 11, поэтому из каждой 11 петли мы будем вывязывать прибавление, то есть добавлять 12 петлю. Сначала мы переходим на вязание всех петель лицевых, поэтому вяжем 10 петель лицевых, а из 11 петли мы будем делать прибавление. Итак, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а из 11 петли на ряд ниже спускаемся, вывязываем первую лицевую и из основной петли вторую лицевую. Вот так у нас получаются петли на один раппорт узора. Далее повторяем. 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А из 11 петли на ряд ниже спускаемся, вяжем одну лицевую. Из основной петли вторую лицевую. Вот так я буду делать до конца ряда. 10 лицевых и делать прибавление, меняя каждую спицу на размер побольше. Довязали до конца ряда, сменили все спицы на размер побольше и меняем последнюю пятую рабочую спицу также на размер побольше. Второй ряд и все четные ряды основного узора будут вязаться всегда одинаково. Это первая часть раппорта из 6 петель, 6 изнаночных, вторая часть раппорта из 6 петель, это 6 лицевых. Поэтому начинаем вязать раппорт из 6 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вторую часть раппорта вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Связали первую часть, первый раппорт. И далее вяжем точно так же, повторяя. 6 изнаночных, 6 лицевых до конца ряда. Также для удобства я на каждую спицу распределила по 2 раппорта. 2 полных раппорта. И мне будет удобно в дальнейшем так вязать. Снова повторяем 6 изнаночных, 3, 4, 5, 6 и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот так вот чередуем до конца ряда. Довязали до конца второй ряд. И теперь я вам расскажу вкратце, как у нас распределен раппорт. Первая часть раппорта из 6 петель, там где теперь 6 изнаночных, это петли платочной вязки, которые всегда будут вязаться в нечетных рядах лицевыми петлями, в четных рядах изнаночными петлями. И так будет чередоваться 6 лицевых, 6 изнаночных, 6 лицевых, 6 изнаночных на протяжении всего вязания.
Далее, вторая часть рапорта из 6 лицевых, где сейчас это петли жгута, которые всегда будут вязаться лицевыми, но периодически мы будем делать перекрещивание. И сейчас в третьем ряду мы сделаем первое перекрещивание вот этого жгута из 6 лицевых петель. Но также параллельно вывязываем платочную вязку. Платочная вязка вяжется в нечетных рядах 6 лицевых петель, поэтому над 6 изнаночными петлями вяжем 6 лицевых. 3, 4, 5, 6. Далее у нас идут 6 лицевых петель жгута. Теперь нам понадобится либо спица для кос перекрещивания, либо одна из спиц меньшего размера, которой мы вязали резиночку 1 на 1. Я вам покажу и тот способ. Для начала берем первые 3 петельки из 6, переносим на дополнительную спицу и оставляем их перед работой. Далее вяжем следующие 3 петли. 1, 2, 3. С дополнительной спицы либо переносим на основную рабочую спицу, либо же просто подтягиваем к краю. И точно так же провязываем 3 оставленные перед работой петли лицевые. 1, 2 и 3. Таким образом мы с вами сделали первое перекрещивание с наклоном в левую сторону. Первые 6 петель перекрестили с наклоном влево. Далее повторяем. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова берем дополнительную спицу. Допустим, это будет спица чулочная из набора предыдущего. Для этого берем, переносим первые 3 петли лицевые и оставляем их перед работой на дополнительной спице. Следующие 3 петли, это 4, 5 и 6, вяжем лицевыми поочередно на рабочую спицу. Далее подтягиваем к краю нашу оставленную спицу, на которой 3 петли. И далее точно так же 1, 2, 3 петлю перевязываем лицевыми на рабочую спицу. И у нас получилось первые сделанные 2 перекрещивания второй части рапорта. Первую часть мы провязали просто лицевыми, а следующую сделали с наклоном в левую сторону. Итак, мы будем оставлять первые 3 лицевые из 6 лицевых, провязанных в предыдущем ряду, перед работой на дополнительной спице. Любой, либо такой, либо вот такой, какой вам удобнее будет работать. Вот. И все остальное просто вяжем лицевыми петлями. То есть над петлями изнаночными платочной вязки это 6 петель лицевых. Первую часть рапорта связали, вторую часть рапорта перекрестили. В третьем ряду это ряд с перекрещиваниями, поэтому делаем перекрещивание с наклоном в левую сторону всегда на протяжении всего вязания. Для этого 3 первые лицевые переносим на дополнительную спицу, 3 следующие лицевые провязываем лицевыми поочередно на рабочую спицу, затем подтягиваем 3 оставленные перед работой петли и перевязываем их лицевыми поочередно на рабочую спицу. Так мы перекрестили уже третий жгутик в ряду. И до конца ряда точно так же продолжаем делать перекрещивание, чередуя с платочной вязкой. Четвертый ряд это четный ряд, поэтому вяжем над изнаночными 6 первыми петлями 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. А над 6 лицевыми вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И так и продолжаем в каждом четном ряду 6 изнаночных вязать над 6 изнаночными петлями и 6 лицевых над 6 лицевыми петлями второй части рапорта. Всегда четный ряд, запомните, вяжется абсолютно одинаково. И уже сейчас, провязав второй ряд на двух рапортах, уже четко видно там, где у нас петли платочной вязки и там, где петли вот этого нашего жгутика. И сейчас у нас получается в четвертом ряду провязывается первый ряд после перекрещивания жгута. Так нам нужно связать 5 рядочков. То есть смотрите, сейчас в четвертом ряду это первый ряд после перекрещивания. Далее в пятом ряду это второй ряд, в шестом ряду третий ряд, в седьмом ряду четвертый ряд и в восьмом ряду пятый ряд. Далее в девятом ряду мы снова повторим вот этот третий ряд, ряд с перекрещиваниями. Там, где будет вязаться 6 лицевых петель над петлями платочной вязки. И 6 лицевых петель будем перекрещивать снова с наклоном в левую сторону. Поэтому сейчас без изменения продолжаем вязать этот ряд четный. Затем нечетный, четный, нечетный, четный. И снова нечетный. И затем мы в девятом ряду нечетном сделаем перекрещивание, повторяя третий ряд.
Провязала я 5 рядочков после перекрещивания и сейчас нахожусь в начале 9 ряда. 9 ряд я буду повторять как 3. Из 3 по 8 ряд, то есть повторяется все время на протяжении всего вязания. 3 вяжу перекрещивание, далее 5 рядочков без изменения. Над платочной вязкой платочную вязку в лицевых в изнаночных рядах, лицевые петельки. И здесь на петлях жгута так и будет 6 лицевых, 5 рядочков. Далее в каждом шестом ряду буду делать перекрещивание. Сейчас 9 ряд по счету от начала, и это 6 ряд, ряд перекрещивания. Поэтому вяжу над петлями платочной вязки 6 лицевых петель. Далее петли жгута я перекрещиваю также с наклоном в левую сторону. Для этого беру дополнительную спицу, на нее переношу первую часть жгута из 3 лицевых петель, оставляю перед работой. Далее 4, 5, 6 лицевую перевязываю на рабочую спицу и подтягиваю с дополнительной спицы оставленные петельки, которые также вяжу лицевыми петлями на рабочую спицу. Снова сделали перекрещивание с наклоном в левую сторону и продолжаем вязать платочную вязку. Это 6 лицевых петель над 6 изнаночными предыдущего ряда. Далее снова на дополнительную спицу переношу 3 лицевые петли, оставляю их перед работой. Вот так вот, 1, 2, 3 перед работой. 4, 5, 6 петлю перевязываю лицевыми на рабочую спицу. И с дополнительной спицы подтягиваю оставленные вот эти 3 петли и перевязываю их лицевыми на рабочую спицу. Будьте осторожны, чтобы у вас петельки не спадали. Я пока уберу рабочую спицу, она мне здесь не нужна. И все, вот так вот перевязываем и снова сделали наклон в левую сторону. Вот так мы будем вязать на протяжении всего вязания высоты шапочки. Если вы сейчас сделаете вот этот отворотик на линии изгиба, который мы уже сделали, вот он у нас. Первый раз вам, возможно, немножечко будет непривычно его отворачивать. Вот, но если вы вот так вот подтянете, все достаточно аккуратно ложится, и особенно после тепловой обработки все очень даже хорошо сядет. Ну, у меня, в принципе, и без тепловой обработки, как вы видите, отворот хорошо лег, и под отворот у нас спрятались добавочные вот эти петельки и начало вывязывания узорчика. То есть вот с этой линии изгиба у нас пойдет отсчитываться высота шапочки. А затем мы с вами закроем макушечку, свяжем ушки и прикрепим помпончик. Пока продолжаем вязать нашу высоту шапочки основным узором. Когда связали высоту шапочки, у меня, если сделать отворотик, то получается 14,5 см от линии изгиба. И сейчас мы начинаем делать убавление для макушки. Но шапочка еще, посмотрите, она благодаря тому, что была платочная вязка по центру, она еще немножечко тянется вверх. Поэтому это тоже следует учитывать, потому что еще будут ушки, завязочки, если то, чтобы она не слишком была глубокая. И теперь начинаем делать убавление. Я, получается, сделала с вами вместе первое перекрещивание, второе, далее третье, четвертое, пятое и шестое. После шестого последнего перекрещивания ряда я провязала один ряд просто по рисунку. То есть как бы изнаночный ряд в платочной вот этой вязке между жгутиками. И сейчас начинаю вязать, получается, второй ряд лицевой после перекрещивания. И вот у нас идут первые 6 изнаночных петель. Первые 2 изнаночные петли мы вяжем вместе одной лицевой. Можете поворачивать петли, можете просто вместе 2 петли одной провязать лицевой. Далее 2 центральные вяжем просто 2 лицевые. И следующую пару, то есть получается третью пару, вяжем вместе одной лицевой. Сейчас мы, получается, из 6 петель платочной вязки связали 4. Сделали убавление, провязав вместе 2 первые петли, и сделав убавление, провязав вместе 5 и 6 петлю. Далее вяжем петли жгутика, как всегда, это 6 лицевых петель. Далее снова у нас идет следующий раппорт, мы точно так же 2 первые петли вяжем вместе 1 лицевой. Средние 2 мы не трогаем, вяжем по отдельности 2 петли лицевые. И последнюю пару вяжем вместе также 1 лицевой. И снова петли жгутика мы не трогаем. То есть в каждом раппорте мы убавляем всего по 2 петли. И именно в первой половине раппорта, там где платочная вязка.
Довязали ряд убавления до конца, и теперь у нас раппорт составляет всего лишь 10 петель. Это 4 петли платочной вязки и 6 петель нашего жгутика. Следующий ряд, это получается третий ряд по счету после перекрещивания последнего. У нас идут изнаночные петли над платочной вязкой, соответственно 4 изнаночные вяжем и 6 лицевых. То есть по рисунку, как вязали, этот ряд вяжем вот так вот. 4 изнаночные, 6 лицевых. В третьем ряду макушки или в четвертом ряду после перекрещивания идут снова в петлях платочной вязки лицевые петли. Вот в них мы и будем делать убавление. У нас сейчас 4 изнаночные провязаны в предыдущем ряду. Вот мы попарно сейчас и провяжем 2 лицевые раз и 2 лицевые второй раз. Для этого я завожу вот так вот. За дальние стеночки вяжу первую лицевую убавление делаю и вторую лицевую делаю убавление, попарно провязав оставшиеся 4 петли. Далее петли жгута мы не трогаем, мы так и вяжем 6 лицевых петель. И вот так продолжаем, попарно провязываем там, где у нас петли платочной вязки. Это у нас получается первая лицевая провязывается за 2 петли и вторая лицевая провязывается за 2 петли. И дальше 6 лицевых петель жгута у нас провязывается без изменения. Это 6 лицевых петель. Четвертый ряд макушки это пятый ряд после перекрещивания жгута. Поэтому сейчас мы провяжем его по рисунку. Теперь у нас уже раппорт составляет 8 петель. Это 2 изнаночные по петлям платочной вязки по рисунку и 6 лицевых. То есть теперь у нас получается вместо 6 петель платочной вязки изначальных осталось всего лишь 2 петельки, которые мы поочередно провязываем изнаночными. И дальше петли жгута пока без изменения. В шестом ряду после перекрещивания последнего мы будем делать снова перекрещивание. В пятом ряду убавления макушки это у нас сейчас получается шестой ряд после перекрещивания. 2 изнаночные, 6 лицевых, связанные в предыдущем ряду. Мы в этом ряду делаем перекрещивание, а 2 изнаночные мы не трогаем, просто провязываем над ними 2 лицевые. Далее петли жгута мы перекрещиваем. Для этого я для удобства возьму все-таки чулочную спицу, потому что она с обеих сторон, как вы видите, острая. Мне сейчас будет удобно делать сокращение. Сокращать мы будем в петельках жгута. Вот, для этого берем, переснимаем 3 петли на дополнительную спицу и оставляем перед работой. И подвигаем спицу таким образом, чтобы у нас максимально близко находились эти 3 петли, оставленные перед работой, и оставшиеся 3 петли, которые за работой. И сейчас мы попарно будем провязывать первую петлю с четвертой, вместе заводя спицу за обе петли, провязываем одну лицевую. Далее вторую с пятой вместе провязываем лицевой. И третью с шестой вместе заводя спицы, вот так вот, провязываем вместе одной лицевой. Для удобства можете переодевать вот так вот попарно 2 петли на рабочую спицу и провязывать лицевой. Но я буду делать это сразу же с дополнительной спицей. У нас получается перекрещивание в левую сторону жгутика, как это шло до этих пор. И параллельно мы убрали 3 петли. То есть у нас получается перед работой оставлялись петли, провязывались за работой, а затем перед оставленной работой. Но сейчас мы, получается, провязали все вместе попарно петли и сократили 3 петли. Теперь у нас в раппорте осталось 2 петли платочной вязки и 3 петли нашего жгута. То есть из 12 петель у нас осталось всего 5. Так мы повторим до конца этого ряда. Там, где петельки платочной вязки, мы вяжем 2 лицевые. А там, где петли жгута, мы переснимаем, как всегда, на дополнительную спицу первые 3 петли. Перед работой подвигаем их максимально близко к рабочим петлям, за работой оставленным на основной спице. И попарно провязываем первую, четвертую вместе одной лицевой, вторую, пятую и третью, шестую. То есть попарно провязываем все петельки. И из шести снова у нас получилось перекрещивание с наклоном в левую сторону. И всего лишь 3 петли. Вот так будем делать до конца ряда.
После ряда убавлений и перекрещиваний у нас получается сейчас изнаночный ряд, а изнаночный ряд мы вяжем по рисунку. То есть над двумя лицевыми предыдущего ряда это 2 изнаночные по рисунку платочной вязки. И далее над тремя петлями оставшимися жгута также 3 лицевые, то есть вяжем просто по рисунку. Далее в следующем ряду мы продолжаем делать убавление в платочной вязке. Для этого берем, провязываем 2 изнаночные вместе 1 лицевой. И петли жгута мы пока не трогаем. Это у нас идут 3 лицевые по рисунку. Далее снова 2 изнаночные вяжем вместе 1 лицевой. И 3 лицевые петли жгута по рисунку. Вот так чередуем до конца ряда. И в петлях платочной вязки у нас остается изначально 6 петель всего лишь 1 петелечка. Следующий ряд это четный ряд, поэтому над оставшейся одной петлей платочной вязки вяжем 1 изнаночную. И далее продолжаем делать убавление вот в этих петельках жгута. Для этого первую провязываем лицевой, следующие 2 переснимаем дальними стеночками вперед. И теперь уже за образовавшиеся дальние стеночки вяжем вместе 1 лицевой. То есть мы в лицевых петлях сократили 1 петлю. Далее снова 1 изнаночная. Первую лицевую из 3 вяжем лицевой, а следующие 2 мы поворачиваем дальними стеночками вперед. Вот так вот, раз и второй раз. И теперь за дальние стеночки вяжем вместе 1 лицевой. И у нас теперь уже получается из 12 петель рапорта остается 1 изнаночная петля платочной вязки и 2 лицевые из петелек жгута. После того, как у нас осталось всего лишь 3 петельки в рапорте, я предлагаю вам сократить их до 2. То есть первая петля у нас изнаночная была, мы вяжем над ней лицевую по петлям платочной вязки рисунку. И следующие 2 петли мы точно так же поворачиваем дальними стеночками вперед и сокращаем 2 петли, провязывая за дальние стеночки в 1. У нас получается теперь чередование будет изнаночная лицевая петля в ряду. И над изнаночной снова у нас получается лицевая. Следующие 2 петли мы провязываем вместе за дальние стеночки, также лицевой. То есть, если вы посмотрите, у нас вот идет изнаночная петля над платочной вязкой, изнаночная над платочной, а над петлями жгута лицевые. Но пока в этом ряду они все у нас вот так вот идут лицевые. В принципе, можно на этом и будет и остановиться. То есть, мы снова над платочной вязкой вяжем лицевую и над петлями жгута мы сокращаем в 1 петлю, вяжем убавление. За дальние стеночки 1 лицевую. Можно, в принципе, будет уже и остановиться, делать сокращение. У нас сейчас по максимуму из 12 петель останется по 2 петли в каждом рапорте. А можно будет и продолжать делать убавление для того, чтобы максимально сузить донышко шапочки. Но пока дальше продолжаем делать убавление в петлях жгутика. И сейчас после оставшиеся петельки можно провязать просто лицевые и стянуть на рабочую нить. Но мне кажется, что этого еще много. Поэтому я сделаю еще один ряд с убавлениями. Для этого беру, поворачиваю дальними стеночками оставшиеся 2 петли рапорта. Это петля с платочной вязки и петля жгутика. И за дальние стеночки провязываю 2 петли 1 лицевой вместе. То есть с рапорта у меня останется всего лишь 1 петелечка. Снова поворачиваю дальними стеночками лицевые петельки и вяжу вместе 1 лицевой. И вот так вот у нас получится, что еще, скажем, убавления прошли. И точно так же петли жгута, как вы видите, достаточно красивыми уголочками будет сужаться к макушке. Вот так вот дальше продолжаю делать повороты петелек дальними стеночками вперед. И теперь уже за вот эти дальние стеночки, которые мы поворачиваем, вяжем вместе 1 лицевой петлей. Смотрите, чтобы ниточка у вас не спадала. Вот, и вот так вот дальше продолжаем до самого конца, пока у вас не будет, скажем, наименьшее количество петель по окружности. С каждого рапорта у нас осталось всего лишь по 1 петле. Можно провязать 1 ряд лицевыми. Вот так вот я провяжу его для того, чтобы была не стянутая макушка. А затем начнем стягивать петельки на 1. То есть я для удобства уже возьму, уберу хотя бы 1 спицу с работы, для того, чтобы мне было максимально удобно в дальнейшем стягивать. Можно, в принципе, на 2 всего лишь провязать, как вам удобно. Если у вас круговые спицы, вам будет максимально сложно, можно это же сделать то же самое крючком.
Вот. И сейчас я беру, перетягиваю последнюю провязанную петлю ряда, либо же можно провязать снова первую петлю ряда лицевой. Но я вот таким вот образом перетягиваю последнюю провязанную петлю и на нее переодеваю поочередно все петельки, которые у меня есть на спице. И точно так же продолжаю переносить эту петлю на следующую спицу по часовой стрелке. И точно так же по часовой стрелке переодеваем постепенно все петельки, которые есть на следующей спице. Точно так же переодеваем на следующую. И последняя петля у нас остается на последней спице, которую мы точно так же перетаскиваем. Вот так. И теперь оставшуюся петельку рабочую, она у нас должна находиться, скажем так, как вы видите, единственная, и она идет у нас от рабочей нити зависимая, то есть она вытягивается с помощью рабочей нити и точно так же затягивается. Для того, чтобы у нас получился не слишком стянутый вот здесь вот краешек макушки, можете ряд лицевых петель не провязывать, если у вас здесь топорщится. Опять же таки, если не топорщится, а наоборот слишком стянуто, то провяжите еще один ряд лицевыми петлями. Но мне нравится, как в целом получилось, поэтому я сейчас беру, а можно в принципе это делать крючком, можно делать просто пальчиками, то есть продеваете сквозь образовавшуюся петельку последнюю рабочую нить один раз, то есть как бы воздушную петлю, и второй раз затягиваем. Все, теперь ниточку мы отрезаем и вытягиваем на изнаночную сторону для того, чтобы спрятать вот этот хвостик. Все, получилась макушечка достаточно аккуратная, как на мой взгляд. Исходя из размера шапочки небольшого, то в принципе здесь еще будет фиксироваться у нас помпончик и будет аккуратненько. И вот как у нас в итоге получилось с каким рисуночком, красивеньким шапочка. И нам остается перед тем, как прикрепить помпончик, еще сделать ушки и завязочки. После того, как спрятали все краешки ниточек, все хвостики, мы начинаем делать ушки. Для начала нам нужно сделать некоторые расчеты. Для этого нам понадобится начальное количество петель, которое вы набирали для резиночки, а также две спицы, которыми вы вязали резиночку. Если вы вязали круговыми спицами, соответственно, вы просто берете маркеры, отмечаете, где вы будете вязать. Вот, теперь смотрите, нам нужно общее количество петель, у меня это 88, поделить на 5, и у меня получается не целые числа, то есть у меня 17 целых, сколько-то там сотых. Вот, мне нужно, чтобы было четкое число, то есть целое, поэтому я округляю до 18. 1/5 у меня должна идти на затылочную часть, 1/5 должна идти на ушко, 1/2, то есть мы забрали уже 3 части из 5, и 2 части у нас уйдут наперед. Так как я забираю целые числа, то вот эти десятые у нас сужают линию переда. Это все хорошо, не переживайте. Вот поэтому 18 петель мы возьмем на затылочную часть, 18 петель на ушко, 18 петель на ушко. Все остальные у нас петли уйдут на перед. Для этого я сейчас вам предлагаю определиться, как бы вы хотели, чтобы у вас выглядела шапочка с передней стороны. Так как у меня четное количество, то с передней стороны у меня может шапочка выглядеть или двумя косичками, то есть четырьмя, если взять вот пол шапочки, либо тремя косичками спереди, то есть вот такая вот часть. Три косички спереди и здесь вот глазки ребенка. Ну, так визуально представим. Опять же таки, так как у меня четное количество, то какая у меня будет затылочная часть, ровно такая же у меня будет и передняя часть. Сейчас у меня находится маркер соединения ряда в начале рапорта. Мне хочется, чтобы у меня передняя часть была на трех основана, вот таких вот косичках, жгутиках. Поэтому я переношу маркер на центр жгутика, буквально немножечко подвигаю на несколько петель. И ровно такая же у меня будет и передняя часть, еще раз повторюсь, так как у меня четное количество рапортов. Вот этих вот косичек у меня одинаковое количество. То есть если я поверну наперед, вот они у меня точно так же 3 и ложатся. Вот. И сейчас вот 3. И сейчас я беру, отсчитываю в одну сторону по резиночке 1 на 1 9 петелек и во вторую сторону, то есть отсчитываю наши 18 петель затылочной части. Для удобства я возьму спицу, вот, и смотрю, вот она моя первая петля лицевая,
Далее вторая изнаночная, третья лицевая, четвертая изнаночная, пятая лицевая, шестая изнаночная, седьмая лицевая, восьмая изнаночная, девятая лицевая. И начиная с десятой петли, она у нас, как вы видите, изнаночная, я начинаю нанизывать точно такие же 18 петель в левую сторону. То есть благодаря тому, что мы делали четкий изгиб, вот он наш отворотик, мы по нем начинаем набирать петли. Лицевые петли я беру за одну стеночку. То есть вот я взяла правую стеночку, так я по правой и буду набирать петли. Далее получается 5 изнаночная, 6 лицевая по линии изгиба, 7 изнаночная, 8 лицевая. Далее 9 изнаночная, 10 лицевая, 11 изнаночная, 12 лицевая, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Смотрите, я набрала, отсчитав 9 петель от центра затылка в одну сторону, набрала 18 петель для ушка. Вот так я набираю обычно. И смотрите, и с лицевой, и с изнаночной стороны петли набраны аккуратно, потому что я брала только лишь один край полупетлю лицевой петли. И дальние вот эти изнаночные петельки, их у нас хорошо очень видно. Вот они у нас изнаночные петельки, так я их и брала. Точно так же я делаю в другую сторону. Отсчитываю, теперь уже можно отсчитывать от этой лицевой петли. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И начиная с вот этой лицевой, можете даже начинать с изнаночной, как и здесь начинали с изнаночной, то есть симметрично. Вот, начиная с изнаночной, отсчитываем 18 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. То есть я начала с затылочной части. Можете одну петельку плюс-минус, это не сыграет роли. Здесь вот пропускаете, можете все-таки округлить до 17 на затылочной части, а не до 19, как это сделала только что я, подвинув на одну петлю. Но самое главное, запомните, что у вас должны начинаться петли с одной петли как бы по рисунку. То есть, допустим, если с одной петли у вас здесь изнаночная началась ушко, то и здесь затылочной части стороны должна начинаться с изнаночной. Здесь закончилась, допустим, лицевой, то есть с этой стороны лицевой. Для чего это нужно? Когда вы повернете на лицевую сторону, у вас ушко будет начинаться с одной петли, с одной стороны и с другой стороны по рисунку. И ровно располагаться, скажем, у вас получается одна часть, вот она ушла на затылок, две части на ушко, и все, остальные петельки все пошли наперед. То есть вот так. Если вы берете, допустим, целое число, которое четко делится на 5, то, соответственно, берете по четкому числу, по целому. Я обычно на ушки беру, допустим, округляю, к примеру, вот сейчас у меня 17 с чем-то, округляю до 18, а бывает иногда до 19-20. То есть я смотрю по ширине ушка и в зависимости от того, насколько у меня толстенькая ниточка. То есть учтите, что петли ушка еще немножечко сузятся, и у вас получится вот такое ушко. Вот чтобы этого не было, можете захватить еще по 2 петли с каждой стороны, то есть по одной петельке. С одной стороны и с другой стороны. И тогда у вас наперед уйдет еще меньше петель, и на затылочную часть точно так же еще меньше петель. Ничего абсолютно страшного. Самое главное, чтобы у нас симметрично находились ушки. Это первое, на что следует обратить внимание. И точно так же, чтобы они были не слишком узкие, так как ушки ребенка, зачастую мочки, именно краешки ушек, обычно скрываются за вот этими ушками на шапочке. Поэтому нужно сделать их чуть-чуть пошире и, соответственно, затем сделать уже завязочки. Как сейчас вязать ушки, я вам не буду показывать. У меня очень много детских шапочек на канале. Вот, в частности, есть отдельное видео, как вязать ушки на шапочке. Мы сейчас с вами распределили общее количество петелечек по окружности, а затем как связать ушки, вы сможете посмотреть в отдельном видео. Ссылочку я оставлю ниже под этим видео.
И вяжете ушки, делаете завязочки, прикрепляете помпончик и по желанию, конечно же, вяжете снуд к данной шапочке. Это снуд может быть обычной платочной вязкой, так как мы здесь сделали обычную платочную вязку. Хотите, можете сделать английскую резинку, тоже сюда отлично подойдет. В общем, в принципе, все на свое усмотрение. Я надеюсь, что у вас все получится. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока!